Привет, я дома. Чего такая грустная? Не, ну ты представляешь, сегодня соседи забыли заплатить за свой Wi-Fi. Я целый день без интернета. Безответственные люди. Вообще. Алло. Лена, скорее включай радио. А теперь Евгений просит поставить для своей любимой жены Елены песню «Я люблю тебя, Марина». Марина, значит. Зая, ты что, с ума сошла? Ты купила щетку за 100 баксов. Кому это надо? А тебе что, жалко для меня? Да, дорого. Но она чистит зубы в самых труднодоступных местах. Хочешь, я тебя куплю? Нет, не хочу. Нет у меня зубов в труднодоступных местах. Чтобы не было жира на животе, просто берете салфетку, кладете на живот и ешьте, ешьте на здоровье. Неожиданное заявление эстонских ученых шокировало мужчин по всему миру. Оказалось, что мужчинам противопоказано мыть посуду, так как в их коже присутствует гормон, который, вступая в реакцию с моющим средством, вызывает невыносимое, мучительное и ужасное воспаление рук.